Да, на видео у него. 17 августа 2019 год. Вот я, Владимир Пащенко. Тут поехали с Серёмой на шлюз выгрузать доски. Вот он, Ерёма Барабаш. Я попросил научить меня. Он все-таки, сколько ты тебе лет? Мне 18. 18. А мне уже 41 будет в этом году. Я до сих пор на машине умею ездить. Стыдно, конечно. Но мне просто с детства не тянуло к железу совершенно. То есть я кроме велосипеда ни на чем не ездил. Так вот на машине немножко где-то мне кто-то давал, там Сергей Павлович 100 метров проехал. Ну там не 100 метров, побольше. Ох, так, что сейчас? На нейтралке стоит? Да, заводить. Выжимаю сцепление? Нет, просто заводите. А, просто заводить, да? Да. Выжимайте сцепление. Смотри, что снимаешь. Так, нажал. И это, вправо. И сюда. Вверх, да. Потихоньку сцепление опускаем. Смотрим на дорогу. И газ. Про газ не забывайте. Все, сцепление отпускайте. Смотрите на дорогу, на дорогу. Куда едете? Все, все. 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 Вот. Все нормально? Все. Господи, благослови. С Божьей помощью проедем. Да. Все, газа побольше немного. Все. Нормально, нормально едете. Не надо грубо руль крутить. Все. На второй поднимусь еще? На второй поднимете, на поднимете. Это нормально для машины. Да. Поднимаешься? А без разницы, когда как? Можно и на второй, можно и на третий, и на четвертый. Смотря как. Проще всего ездить на второй. Второй, да? Да, она более проходимая. Третий. А если вот ровная дорога на какую? На третью. Чтобы не переключиться, что мне надо? Вы сначала вы разгонитесь немного, потом нажимаете сцепление. Да. Назад, вниз, рычаг. Да? Сцепление быстро выпускаете, то... Нет, ладно. Просто сцепление вжимаете и переключаете вниз. Раз, два. Немножко я подожди. Сейчас я добавляю газу, да? Да. Сцепление выжимаю. Это куда рычаг? Вниз. Вниз? Да. И потом куда? Два раза щелкни. Раз и два. И все. Да. Да. Зацепление только поосторожно. Не надо сильно резко отпускать, и вот не надо. И сильно плавно не надо тоже, а то вы остановитесь. Разгонитесь еще. Все, можете. Раз. Газ, 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 газ. Все. Вот. Нет, и... Жердин-то покрути-ка эту машину. Ну как? Как ощущение? Слава Богу. Видишь, у меня машина туда-сюда. Ну, она так всегда ездит. Всегда так? Да. То есть надо постоянно крутить, как баран. Да. Ну, это навык нужен, конечно. Сейчас, скажем, как-то неудобно все. Но я уже 6 лет на машине. Отлично, у тебя опыт большой. Почему? Я вас на машине учу ездить. Что? Зачем тут ругаться? Скажешь, что посадил новичка. Вы до конца поедете, да? До конца буду, да, доехать. Что, переключаться надо? Или на этой? Нет, на этой.
гидроусилитель есть или нет? Я не знаю. Я имею в виду, легко управляется, когда гидроусилитель. На Т-150 руль очень легко поворачивается, его отпустил, он будет ехать прямо просто. Да? Никуда не повернет ничего. Это просто нужно ремонтировать что-то. Это тоже надо ремонтировать, да? Да, но она не мешает, так что зачем лишние деньги тратить на это? Ну, понятно. А там сделали тогда? Ну, у нас Т-150 нерабочий был, его переделали полностью, с нуля почти. Направо, да. Затормозить надо, на что нужно? Я на сцепление и на тормоз и... Нет, я не могу притормозить, вот даем там на различие. Давайте, резко, резко. А теперь резко поворачивай. Нет, давайте левее. Ой, все, давайте. Ну, спасти меня. Да ничего. Главное, не застряли нигде. Да, ну хорошо, сейчас грязь идет. Да, целый день-то покрутили. Ой-ой-ой. Все, сейчас поворачивайте направо туда. Направо? Да. Эй, левее, правее. Сейчас где поворачивать здесь? Все, вот, на дорогу туда. Здесь. Нет, давайте дровам. Все, можете тормозить. Тормозите! Сцепление! Сцепление нажмите! Виноват, Рема. Ну ладно, научитесь. Все. Все, спасибо, Христос тебе. Вот Рема у меня барабаш сегодня. Учитель. Ладно, хоть не учитель. Все, спасибо, Христос. Все. Сам уж, что она, сам поставишь или так? Да она пусть так стоит. Угу. Ну вот так вот, слава Богу. Вот ЗИЛ. Это какой ЗИЛ-то? 130-й? Я не знаю. Не знаю. Вроде бы 130-й должен быть. А больше тебе на какой технике больше нравится? На машине. На какой? Легковой? На любой. А, на любой машине. Ну только не на тракторе, да? На тракторе там все трясет просто, когда ездишь. Ага, понятно. Ну ладно, с Богом. Спасибо, Христос. До свидания. До свидания. Слава Богу за все. Аллилуйя.